Всем здарова, друзья, с вами, как обычно, я Саня, вы на канале Играт, и это проект Grand RP GTA 5. И сегодня вас ждет очень крутой видеоролик, я вам покажу, как получить крутейший аппарат просто за бесплатно. Просто за бесплатно халявочку ты играешь в этот проект и получаешь пиздатую культовую тачку. Смотри этот видеоролик до конца, я надеюсь, он тебе понравится. Ну, а перед началом, как обычно, по традиции, хочу показать самых топовых ребят, которые оставляют свои комментарии. Ребят, вам огромнейшее спасибо, вы самые крутые, самые топовые, самые обезбашенные ребята на всей Руси и не только в вселенной Ютуба. Спасибо вам огромное, но если ты хочешь попасть уже только в следующий видеоролик, обязательно оставляй свой комментарий под этим видеороликом. И, возможно, ты появишься на мониторах у всех ребят. Ну, а мы начинаем. Погнали. А перед началом ролика, друг, проверь, подписан ли ты на канал, включен ли у тебя колокольчик на все уведомления. Потому что очень большое количество людей смотрит меня, к сожалению, без подписки. Давайте же исправим это и поможем продвинуть наш канал. Также, друзья, не забывайте, что у нас есть своя группа ВКонтакте, в которой вы можете найти всю полезную вам информацию. И да, на Твиче у меня тоже есть канал, и все желающие могут на него подписаться, потому что там периодически тоже бывают стримы. После этих действий хочу сказать тебе огромное спасибо и пожелать приятного просмотра. Итак, друзья, настал тот момент, когда мы с вами заберем халявную тачку, уже вторую халявную, но эта тачка в разы, сука, круче, охуенная тачка, и вы можете ее тоже получить, просто быть, играть в игре. Ну, короче, сейчас все расскажу, давайте сразу же приступим и нажимаем заветную кнопочку «М-очка». Эмочка, да, BMW Эмочка, я бы хотел бы себе BMW Эмочку, но нет, у нас сегодня культовая тачка, заходим в магазин, я насобирал 442 очка, призовое очко в студию, пожалуйста, переходим в Grand Points магазин, и тут у нас за 400 очков Nissan Skyline GTR в кузове R32. Сука, да, блядь. Эта тачка как была в фильме «Форсаж» первая часть. Да, в многих фильмах эта тачка была. Просто, сука, гонка-пушка. И, кстати, цена на нее, если продавать ее игрокам, от миллиона до полтора миллиона в стоке. То есть я ее сейчас просто забираю и продаю за полтора мульта. Если, конечно, найду покупателя. Итак, купить. Вы действительно хотите купить? Да. Так, у меня остается 42 очка. Пожилое очко в студию. Сейчас, подожди. А это надо теперь парковку, да, купить? Вы хотите арендовать место? А Nissan Skyline. Ну, у меня еще есть чебурек. Это, кстати, мне... Я состою в семье. Мне подарили чебурек. Просто туда вещи скидывать. Ну, я не знаю, что. Потом, может, его отдам или продам. Не знаю, что вообще с ним делать. Итак. Nissan Skyline, пацаны. Арендовать. На один день просто. Просто хочу посмотреть. Ага! Ага, ебать, пушка, гонка, нахуй. Пушечка, купешечка. Вот эти задние фары. Я просто балдею, ребят. Я просто балдею. Давайте прокатимся же на данном аппарате. Ай! Я понял. Ну, не. Не надо, блядь. Не царапай мне автомобиль. Только приобрел. Мамкин паркурщик. Фух. И звук благородный, японский. Бля, я не знаю, пацаны, тюнить данный автомобиль или же продать, потому что мы хотим лучшую тачку. Из лучших. То есть хотим себе приобрести мечту. А до этого нужно жертвовать. Допустим, как я пожертвовал с BMW M3 E21. Я ее ж продал. В госку за 250. Она просто нахуй никому не нужна. Но на халяву мы эту тачку получили. За 250 тысяч долларов мы ее продали. Бля, я считаю то, что этот Nissan Skyline достоин, возможно, даже остаться у меня в коллекции. Достоин. Его просто охуенно покрасить, винильчики под спорт, я не знаю, низкий он и так, немножечко еще занизить, пружиночку одну срезать, дисочки, блядь, пиздать еще и покрасить, и желтый, сука, цвет, вот просто желтый цвет, желтого цвета ему не хватает. Блядь, давайте прямо сейчас это сделаем, я не знаю, сейчас я в банк заеду, давайте прямо сейчас это сделаем,
Иначе, мне кажется, эта машина не смотрится. Мне нужен банк. Я не вижу поблизости банка. А, есть. Блядь, сегодняшняя серия, пацаны, самая лучшая. Вот просто, кто хотел бы себе такой GTR, блядь, лайкосик прожмите. То напоминаю, бля, ёб твою мать. Стойка, блядь, все погнулось, нахуй. Саня, это ж праворульная, пацан, тачка. Я и не умею на правой руке ездить. Все, бампер под замену. Крыло целое вроде, вот заднее крыло. Ку-ку, ёпта. Как ты так подлетел, друг мой, блядь. Фара. Короче, пиздец, сравнять, да. Обидненько. Первый же поворот, тачка улетела. Ну, она пиздует, она просто ебашит. На ней вот нельзя просто так ехать спокойно. Почему он выходит через это? А, подожди, праворукаешь. Сань, праворукие тачки. Так, я хочу... Давай мне снять деньги. 1010, давай 15 тысяч. Я просто не знаю, сколько стоит покраска. Первый раз буду тачку красить на этом проекте. В желтый, сука, или такой оранжевый. Бля, вот привычка с левой стороны заходить. Если у нас руль-то с правой. Так, теперь нам нужен тюнинг с вами. А где у нас тюнинг? Тюнинг. Это что у нас? Вот тут, по идее, тюнинг. По идее. Стандартный тюнинг. Как в любой GTA-шке, на любом проекте, там есть тюнинг. Но, не знаю насчет покраски. Блядь, давайте просто тюнинг посмотрим, примерим. Блядь, это... Ну, как на эту тачку не примерить тюнинг? Я не знаю, каким долбоебом надо быть, чтобы этого не сделать. Ребят, пишите в комментариях, мы ее оставляем, либо я ее продаю. Вот у меня 1 миллион 152 тысячи. Плюс, считайте, если я ее даже по минималке продам за 1 миллион, у нас будет 2 мульта, я смогу себе охуенную иномарочку какую-нибудь купить. Свободно. Я заехал. В бизнесе нет. Ну а чё? Не понял, а чё не работает? Долбоёб, написано, в бизнесе нет продуктов. Значит, у него нихуя нету. Значит, тот, кто владеет этим бизнесом, не завез ни бампера, ни спойлеры, ни хрена. Короче, ему этот бизнес нахер не нужен. Походу, владелец умер данного бизнеса. А где же я еще могу затюниться? Вот здесь, по идее. Во, вот так это все должно было быть. Итак, передний бампер стоковый. За 40... Не понял. А в чем отличие? А, это задний бампер. Подожди, задний бампер. Не, мне такого не нравится. Чувак какой-то приехал. Занято, ебать. У нас тут занято. Передний бампер. Понятно. О, вот это вот обвес. Короче, тут всего лишь... А, ну, сток... А почему черное? Черным оно у меня все черное, что ли? Или так и должно быть? Так, спойлер. Давай посмотрим, что по спойлерам у нас. Ой, как... Блядь, по 30 тысяч спойлера стоят, но я не брал столько. Боковые юбки. Ну, не будем смотреть. Давай глушители посмотрим. Вот это дура. Ох, не. Это перебор. Вот такую дуру я поставил бы. Каркас безопасности. Впереди решеточка меняется, да, по идее. Давай посмотрим. Стоковая. Тут написано что-то. Что-то. Skyline, походу, там написано. Но это нам не интересно. Ну, прикольно. Мелкая деталь. Так, капот. Несколько видов капота по 30 тысяч. Неплохо. Крыло. Крыло. Это какое крыло получается? Какое крыло меняется? Не пойму, где? Что меняется? Левое крыло. Ну, а что оно не меняется? А, подожди. Крыло левое. А почему крыло левое? Это спойлер. Высокий спойлер. Ой, высокий. Блядь, спойлер заднего стекла. Я не знаю. Крыша. Что на крыше у нас? 40 тысяч. Что ж стоит 40 тысяч? Какой тюнинг тут на свой? Бля, я что-то не пойму. В чем прикол? Колеса, цвет колес, клаксон, цвет фар, турбина, тонировка, цвет транспорта. Давайте цвет транспорта. Выберем вот такой вот цвет.
Блять, получается как таксишка какая-то. А можно выбрать... Бля, 10 тысяч стоит? Еба, 10 тысяч, пацаны, стоит. А можно выбрать покрытие, мат, не мат? Вот такой. Согласись, сразу смотрится как слива. Сейчас, подожди, надо понять, а как выбрать матовый цвет, не матовый? Допустим, мы покупаем. Покупаем или не покупаем? Цвет транспорта 2, дополнительный цвет. Сейчас мы покупаем за 10 тысяч дополнительный цвет. Что он дает? Вы видите что-нибудь? Что-нибудь меняется? Дополнительный цвет. Допустим, я нихуя не вижу. Что-то изменилось или нет? Ничего не изменилось. А, покраска номер 2. Тут же можно выбрать. А, это салон. Нет, салон не... Я не могу понять, в чем проблема. Вот дополнительный цвет. Это какой цвет? Плюс цвет. 10 тысяч. Купить. Что купить? Настроить цвет. Почему нельзя? Что это такое? За 10 тысяч... А, возможно, у меня нет денег, поэтому я не могу и просмотреть. Не, почему? До этого ж я мог просмотреть. Вешал на... Всякое. Я не пойму, тут можно как-то настроить так тачку охуенно, что... Вот, покрытие, что это такое? Обычное. А, вот, ты покрасил, а дальше ты еще выбираешь покрытие. Хром, не хром. Металл, не металл. Понял? Но у меня нет вроде 10 тысяч. А подожди, как же она будет пиздато смотреть? Блин, тут такое темное помещение. Вот всего лишь через дверь там что-то вот... Блеск падает и все. Так, хром, металл, матовая. Мне кажется, вот это. Но мне недостаточно денег. Плюс еще можно подвеску, да, купить. 130 тысяч. Ну, в итоге понятно. Все ясно. Ладно, десяточку я в нее вложу. Больше я не собираюсь вкладывать. Заезжаю. Заезжай, парень. Еще десочки покрасить в красный. Десочечки надо в красный покрасить. Салон красный, черный. Плюс тачка, ну, такой черный. Ну, в основном желтый такой лимонный цвет. И диски в красный, блядь. И фары задние красные так охуенно выделяются. Бля, ебать, я кайфую, ебать. Пушка, гонка, пацаны, поехали, блядь. Надо максималочку засечь. Надо поехать максималочку засечь. Сейчас я открываю карту. Ставлю нам где трасса. И я вам покажу ее максималочку. Итак, мы находимся с вами на трассе. Сейчас хочу кое-что придумать. Ну как придумать? Хочу посмотреть, придумать. Что можно придумать? Давайте ее заглушим. Блять, как она сасно смотрится, да? В день. О, сука, я балдею. Серьезно, очень круто. Так, я, наверное, уже миллион раз сказал. Я хочу, знаете, что сделать? Я хочу посмотреть информацию о данном транспорте. Это можно сделать вот так, через G. Посмотреть информацию о транспорте. Госстоимость 2 миллиона. То есть я могу ее продать государству только за 1 000 000 рублей. То есть если я ее буду продавать игроку, я должен ее как минимум за 1 500 000 продать. Так, ну, естественно, стоковая. Все стоковая, 83 литра, объем бака, страховки нет, номеров нет. Заебись. 2 миллиона госка. Бесплатно, пацаны. Просто бесплатно забираете вот такую пушку. Вот такую пушку забираете бесплатно, играя в игру и получаете... Там еще можно Toyota Supra забрать за 1000 вроде поинтов. Бля, Toyota Supra нового, которая... Блять, она такая пиздатая. Я просто кайфую. Давайте максималочку проверим. Опять через лево захожу. Ну, привык. Двери закрой. Поехали. Давайте, все. Сейчас метку уберу, она мне не нравится эта метка. Все. С бернаутом. Задний привод. Let's go. Пошла вторая. 130, 140, 150. Главное, чтобы встречки не было. Надо пристегнуться.
170, 108, но это мы в горку идем, 181, они порезали походу скорость, мне кто-то говорил, что скорость тачек порезали, 180, больше нет, надо, короче, сейчас будет разворачиваться и попробовать с горки посмотреть, как она будет с горки ебашить. Это видео вообще не тормозило. Поехали! Сука, сочная, сочная попка, блять, я просто тебя присуну сейчас. Давай, родная, давай. 180 с горки, 185, 180, 190, 190, 200, 210. 210 было, зафиксировано, зафиксировано. 209, 210. Изи. Изи, пацаны, я доволен, я вот доволен как никогда, наконец-то у меня есть пиздатая тачка, за которую не стыдно. Можно, конечно, тут еще есть тюнинг, где можно нацепить винилы всякие прикольные в виде там анимешного стиля и так далее, но это я, скорее всего, делать не буду. Я не знаю, пишите в комментариях, продавать ее и заработаем мы 1 500 000. Либо же, ну, будет серийка, естественно, про то, как я буду ее продавать, там, общаться с покупателями. Это будет довольно интересно. Либо же, что мы ее сделаем? Мы ее тюнингуем полностью и оставляем себе. Но она мне как бы не очень нужна. Я хочу другую тачку посвежее. Что-нибудь посвежее. Так что, ребят, все зависит от вас. Давайте, пишите ваши комменты, поставляйте лайки. И давайте уже добьем 6000 сабов. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы не подписаны. С вами был, как обычно, Саня Град. До новых встреч и пока-пока.